Богато и красиво. Пацан, ну расскажи для начала, как вообще возник вариант с Рубином? Где-то две недели назад появилась тема Рубина. Встретился с тренером Рахимовым, мы знакомы, и что он меня тренировал в Грозном, так что долго не задумывался, разорвал контракт со Спартаком пару дней назад и решил подписать в Рубине новый контракт. А Рубини уже что-то знал до этого? Можешь сказать про клуб? Про клуб знал, конечно, много раз против Рубина играл. Очень хороший клуб с большой историей. Чемпион России, играл в Лиге чемпионов. Появился хороший новый стадион, так что минусов я не вижу и уже не могу дождаться, когда начнутся тренировки, сборы, и буду работать на 100%, и хочу помочь Рубину, чтобы хорошо играл в премьер-лиге. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое. Какие вообще у тебя первые эмоции от приезда сюда, от подписания контракта? Ну, положительные, только положительные. Заехал на базу, сразу мне понравилось. Видно, что здесь есть все условия для того, чтобы о ничем не думать, только о футболе. Так что вот так это выглядит, первое впечатление. Но я думаю, что команда хорошая, посмотрел я состав, пообщался с Ологием Ивановым буквально пару минут назад, тоже говорит, что команда просто супер, хороший коллектив, хорошие игроки, так что есть все возможности, чтобы показывать хороший футбол и результаты.